26 сентября. Яхта «Сибирь», легендарная лодка, обошедшая вокруг света по северному пути с города Омска, вокруг Евразии по северному пути, а потом обошедшая через Панамский канал в Атлантику и дальше прошедшая. Это город Омск. Там Серега Шпунин в голубой шапочке был главный судья у нас сегодня. Такая лодка морская, швертботного типа.